Всем привет, с меня Виолетта, и это мой новый хобби-влог. Давненько их не было на моем канале, вообще видео выходят очень редко. Вот на это есть тысяча причин, и самое главное из них, конечно же, учеба и недостаток времени. Мы вышли, наконец-то, на очное обучение. Я, на самом деле, не очень хотела выходить, но, с другой стороны, мне было интересно, как проходит учеба в медицинском вузе. Одногруппников хотелось своих посмотреть, с ними познакомиться. Ну и вообще, почувствовать себя студентом чуть больше, чем просто сидя дома и переписывая конспекты. Вот, и я могу сказать, что сейчас у меня вообще нет свободного времени. Действительно, учеба в вузе, не знаю, во всех ли так или нет, но вот в медицинском вузе это точно полное отсутствие свободного времени. У меня не то что на хобби, да, не хватает 5 минут в день, вообще не хватает времени ни на что, даже просто иногда с друзьями поговорить, позвонить, пообщаться. Вот, естественно, там сериалы посмотреть некогда, фильмы, видео даже просто на ютубе. Ну, что делать, такая уж жизнь будущих врачей. Вот, хотела показать, как я оформляю конспекты по анатомии, просто вдруг вам интересно, потому что это довольно творческое занятие. Вот, например, одна из последних тем. Мне кажется, это очень интересно, в плане идею я придумала классную. У меня есть раскраска «Анатомия человека». Так, сейчас я вам ее принесу. Вот эта раскраска. И я, получается, обвожу здесь те части тела, которые нам нужны. Вместо того, чтобы их просто рисовать, в общем, их обвожу, перевожу на отдельном листе. Потом приклеиваю и подписываю. Очень удобно оказалось. Вот, потому что получается довольно симпатично. Ну, я бы лучше точно не нарисовала. Так что раскраски в этом плане мне даже помогли. Наверное, единственная раскраска последнюю неделю, которую я вообще в руки брала. Да. Так, еще я вам хотела рассказать по поводу своего блокнота. Я его начала уже достаточно давно вести и решила с вами вот поделиться. Это у меня тетрадь в твердой обложке, собственно, просто. И она поделена на несколько разделов. Первый раздел, не обращайте внимания на то, как это все оформлено, не в этом суть. А здесь как раз-таки, кто помнит, я составляла такие списки, в каких раскрасках есть работы на какую тему. Например, здесь осенние иллюстрации. Вот, это во всех моих раскрасках то, что мне кажется осенним. Далее Хэллоуин. Потом Новый год, ну и вообще зимние картинки. Я решила зиму и Новый год не различать между собой, потому что, ну, такие довольно связанные между собой темы, в общем-то. А дальше, ну, я называю эту тему Дню Святого Валентина, 14 февраля. В общем, там всякие милые парочки, какие-то сердечки. В общем, одним словом, любовь. Причем именно вот... Ну, не любовь там брата с сестрой, там, мамы с ребенком, просто любовь. Так, дальше. К 8 марта иллюстрации. Вот их, кстати, не так много, но, тем не менее, они есть. К дню рождения. То есть, если у вас есть какие-то раскраски, можете ставить на паузу, смотреть. В принципе, может быть, вы давно хотели что-то раскрасить, забыли о том, что есть там такая-то картинка в... Такой-то раскраски на такую-то тему, в общем-то. А потом к Пасхе. А далее русалки. Надеюсь, что в мае, когда будет Мэрмэй, я успею что-нибудь раскрашивать, потому что очень люблю русалок. Моя прям тема. Далее летние иллюстрации. Их вот здесь очень много, потому что к лету можно отнести практически половину картинок вообще, которые есть. Но я старалась прям то, что чисто летнее, знаете, там пляж, море, солнце, вот что-то такое. Просто картинки с цветами старалась не записывать. И последний раздел, ну, предпоследний, ладно, это мандалы. Мандал у меня очень много. И да, вот, кстати, так, текстовым делителем это выделены те раскраски, в которых
много картинок на эту тему. Например, собственно, сами раскраски с мандалами, да. Здесь, например, раскраска Анастасии Колдыревой «Легенда о русалках» и так далее. То есть, ну, на день рождения там, по-моему, нет ни одной раскраски. Ну вот про любовь, 101 идея для признания в любви. И рядом с каждой раскраской, кроме тех, которые текстовыделителями так обозначены, стоят квадратики, это количество работ. Иногда показаны развороты, ну, если, собственно, есть разворот, то вот разворот. И таким образом можно выбрать работу на какую-то определенную тему. Вот, и последнее, это знаки зодиака. Я опять же говорю про оформление, не обращайте внимания. И здесь у меня по знакам зодиака идет разделение, то есть Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, как он называется, Козерог, Водолей и Рыба. Вот, то есть, ну, писала название, это, по-моему, на латинском название, не на английском точно. Потом, да, по-моему, на латинском. Потом идет дата, когда это знак зодиака, и стикер, наклейка, обозначающая символ какого-то знака, как он в астрологии там обозначается. Вот, но я как великий астролог, конечно, это был самый интересный для меня раздел. Вот, и здесь, соответственно, то, что связано со всеми знаками зодиака, вот эти 5 раскрасок, в них просто есть про каждую раскраску. Я вот думаю, знаете, что я сюда не записала? А, нет, все нормально, записала. Про каждый знак зодиака в этой раскраске есть. И также в раскраске «Космос», ну, кстати, по номерам, вот из этой серии волшебной раскраски, там одна работа, на которой все знаки зодиака изображены. То есть, вот. Поэтому так вот примерно выглядит. Вот, следующий раздел у меня — это челленджи. Кстати, это тоже довольно интересная тема. Потому что, ну, первый — это Coloring Checklist Challenge, ну, или как его многие называют, челлендж от Сэмми. Вот, я переписала задание, единственное, мне кажется, что-то потеряла, потому что у меня получилось 51 задание. Знаю, что 53-е — это закончить работу в процессе, но у меня нет таких работ, поэтому я не записывала. 52-е задание, не знаю, какое было, потеряла его, вот, смотрела, думаю, ладно. Вот, поэтому у меня 51 задание. Вот, здесь оставляла место для названия раскраски, в которой я выполнила эту работу. Не знаю, когда будет этот челлендж проходить, надеюсь, что будет время когда-нибудь. Потому что сейчас вообще не раскрашиваю, тем более уж что-то сложное. То есть максимум, не знаю, какую-нибудь маленькую картиночку по номерам за там, неделю раскрашу, и все. И следующий, мой личный челлендж, марафон, который я придумала. Все задания есть в моей группе ВКонтакте, ссылочка внизу в описании. Можете зайти в мою группу ВКонтакте в обсуждение, там что-то челлендж по раскраскам, по-моему, называется, и там будут все эти задания. Можете посмотреть, и я предлагаю вам поучаствовать. Если вы не знаете, что раскрашивать, или, может быть, давно думали над каким-то челленджем, там достаточно много тем. Большую часть из них мне предлагали подписчики в Инстаграме. Также вы можете писать ВКонтакте в обсуждение свои темы предложенные и указывать свой Инстаграм. Я вас тоже внесу в этот список. И, значит, можно, собственно говоря, участвовать как угодно. И также есть хэштег. Тоже, ну, все в обсуждении ВКонтакте вы увидите там. Хэштеги, правила, там, все остальное. И сами задания, соответственно. Я могу сказать, что я планировала идти не по порядку, то есть не так, что первую неделю раскрашу там на первую тему, вторую на вторую и так далее. Нет, я сейчас вам немножко расскажу, ну так пролистаю, ой. Вот, много здесь зданий, это уже я, ну и не то, что их придумывала, но это банальные, да, темы, просто внесла их сюда. И у меня есть такая баночка, коробочка, и сейчас уже популярно так делать. Придумываю себе всякие челленджи, темы. Вот, подсмотрела, соответственно, у Ольги Рани и у Оли с канала Crazy Owl Coloring. Вот.
Тоже решила так сделать, не знаю, правда, когда это все буду раскрашивать. Вот сейчас покажу вам для примера, просто мы достаем бумажечку. Ну, думаю, все уже знают, смотрим тему. Попалась мышата, вот, все. Соответственно, раскрашиваю какое-то время на эту тему. Здесь очень много всего, то есть как минимум 103 темы. А я, кстати, даже не помню, я их принесла, не внесла. Не, ну раз мышат внесла, то это все тоже, наверное, внесла. Ладно. Надеюсь, что все записала. Вот сюда положила. Хватит мне этого на очень-очень-очень долго. Потому что тем много. И я планирую раскрашивать не по одной картинке на каждую тему. Но еще и непонятно пока, когда начну. Но вы все равно можете предлагать свои темы в обсуждении ВКонтакте. Еще раз напомню. Ссылка в описании. В принципе, ссылка на все мои соцсети, на Инстаграм. На группу, на беседу ВКонтакте, на мою страницу ВКонтакте, если вдруг кому-то что-то нужно, на ТикТок и так далее, все в описании. Так, смотрим дальше. Далее идет раздел «Мои, так скажем, планы», мой каталог раскрасок, в которых не выполнено 10% работ. Я не помню, уже рассказывала вам, по-моему, про такую систему. Например, в раскраске, не знаю, «Serenity», видимо, от 20 до 30 работ. Соответственно, 10% — это 2 работы. И вот я их нарисовала. Когда я их раскрашу, то я, соответственно, закрашу кружочек таким образом. И я планирую в первую очередь закрасить вот эти вот все кружочки, а потом уже идти там, по второму, по третьему кругу и так далее. Потому что в некоторых раскрасках у меня раскрашена там половина работ, в некоторых там 1/3. А хочется, чтобы везде было как минимум 10%. Вот. Ну, очень много здесь всего. Сами понимаете, раскрасок много. Я старалась как-то разделять по категориям, но это не всегда получается. Вот. И в некоторые категории, допустим, вот этот остаточный трэш, там первые, не знаю, сколько-то раскрасок я хотела сюда внести, а потом что-то пошло не так, и я внесла сюда все остальные раскраски, которые просто остались. Вот, ну то есть очень много работ, вы видите. И раскрашено, как вы понимаете, совсем немного. Ну, здесь, допустим, закрыта уже эта раскраска, то есть я к ней в ближайшее время не вернусь. Вот, естественно, есть раскраски, которые я очень сильно люблю, и я не могу их не раскрашивать. Я в любом случае к ним возвращаюсь. Вот, но больший упор я хочу делать именно вот на то, что у меня здесь внесено. Это не все мои раскраски здесь записаны, а только те, где меньше 10% раскрашено. Вот. Чтобы эффективность раскрасок, так сказать, повысить. А далее у меня здесь записаны хотелки, и вот эти две, они уже исполнились. Но я могу сказать, что здесь и то, что мне нужно, и то, что мне не нужно, и то, что я очень хочу, и то, что я не очень хочу. Вот, ну и, соответственно, просто там уже оставшиеся страницы. Такой вот мой блокнот и мой челлендж, про который я вам хотела рассказать. Также у Ирины и Оксаны сейчас начался челлендж по заканчиванию канцелярии, как-то план project, по-моему, ну что-то подобное. И я подумала о том, что тоже хочу. Потом еще и Оля присоединилась к заканчиванию канцелярии. У меня есть такая корзиночка с фломастерами, которые не очень хорошо пишут. И я подумала о том, что было бы неплохо их закончить, в принципе. Ну, не знаю, до конца года вряд ли получится, но хотелось бы их просто хотя бы закончить за какое-то время. И я могу сказать, что, в принципе, когда мне нужны фломастеры, там, написать какой-то конспект или записать, не знаю, задания какие-то, шпоры я когда делаю фломастерами, ну, себе вот на доску вешаю. Сейчас покажу вот сюда. То я пользуюсь как раз этими фломастерами, потому что им осталось чуть-чуть дожить, дописать, и все. И я планирую вот как-то их закончить, не знаю как, потому что я ими не раскрашиваю, скажу честно. Вот, хотя вообще у меня была идея, сейчас тоже расскажу. У меня есть две такие раскраски, которые мне не очень нравятся, и я подумала о том, что было бы неплохо их рано или поздно закончить. И, в принципе, можно здесь раскрашивать вот такие картиночки маленькие, фломастером, вот из этой кучи. В
принципе, для меня эта раскраска, ну, вот это и вот это, несут какой-то ценности. И будет не страшно, если там какой-то фломастер закончится на середине работы, и я просто продолжу там каким-то похожим оттенком раскрашивать. То есть для меня это не проблема. В отличие там с какими-то другими раскрасками. Вот, так что я подумала, почему бы и нет. Можно вот здесь исписывать фломастеры, тратить их. По крайней мере, те, которые уже на последнем вздохе. Потому что их много. Вот, да, их действительно очень много, но я думаю, вы видите. И всеми ими тяжело раскрашивать, потому что я понимаю, что они вот одну работу, наверное, не вытянут. Хотя смотря какую, смотря сколько там деталей каждого цвета, но их я использовала только для письма, а сейчас, думаю, может быть, буду их заканчивать вот в этих двух раскрасках. Да. Также недавно на меня подписался аккаунт в Инстаграме с раскрасками. Вот так выглядел. Ну, такие картинки с аккаунта выглядели вот так. Я нашла сайт их и хотела вам рассказать просто, что увидела вот такую вещь. Мне очень понравились, как нарисованы автомобили. Ну, то есть вот такие обычные просто автомобили. Мне очень понравилось, как они нарисованы. Я вспомнила, как у меня в детстве, знаете, вот раскраски там для девочек, для мальчиков. И вот для мальчиков все время такие машинки были очень классные. И мне так захотелось распечатать вот что-то такое. Ну, это сайт с двух, я так понимаю, авторов, ну, художников. Здесь можно распечатать картинки абсолютно бесплатно. И, я не знаю, у меня такая вот ностальгия взяла вот с этими как раз машинками. Не знаю. В общем, если вам будет интересно, вот сайт, кстати, могу оставить ссылочку тоже в описании. Вот тут разные категории. Вот, единственное, что сайт на английском, но разобраться, я думаю, можно. Просто тыкайте там везде, и все нормально. Ну, если вдруг вас заинтересовало, то можете вот зайти. Ну, в общем-то, это было все. Раскрашивать я сегодня не буду, потому что у меня очень много заданий. У меня вот записаны все задания. В общем, на другой стороне. Буду разбираться со всем этим. У меня буквально один день, чтобы все успеть. Надеюсь, что успею. Большое спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот хобби-влог. Вы поставите палец вверх, подпишитесь на мой канал. Ну, а с вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.